До центра Сибири и обратно без пробок. В Тальменском районе возводят мост в 4 полосы. На это потратят 3 миллиарда федеральных средств. Елена Заздравных узнала о других преимуществах сооружения. 4 полосы для движения, 2 транспортные развязки и новая автомобильная дорога протяженностью 9 километров. Строительство перехода через реку Чумыш началось в прошлом году. На его возведение из федерального бюджета направили более 3 миллиардов рублей. На сегодняшний момент у нас выполнены работы по сооружению береговых опор, промежуточных опор. То есть выполнено свайное основание, тело опоры. Производятся работы по устройству стапельной площадки, производятся работы по сооружению путепроводной развязки. Пока идет строительство, автомобили передвигаются по старому мосту. Ему уже 50 лет. Мост надежный, но 2 полос для интенсивной федеральной трассы уже не хватает. За сутки здесь проезжает почти 10 тысяч автомобилей. Сейчас поток машин увеличился, тем более все грузопассажирские перевозки у нас со стороны Новосибирска осуществляются сейчас в большой степени. То есть уже вопрос этот назрел, я думаю, давно. Сейчас вот данный мост, если вы можете посмотреть, он в габаритах маленечко не вписывается. То есть сейчас этот данный мост будет соответствовать всем необходимым требованиям. Дорожники отмечают надежность конструкции. Говорят, никакой паводок не будет страшен. Хотя работать непросто. Большая часть участка находится на пойменной части реки. И проблемы возникают у нас с перевлажненными грунтами, которые приходится постоянно заменять. Сам мост рассчитан на паводок, на прохождение паводка. Проект также предусматривает развитие придорожного сервиса. Уже запланировано строительство комплекса зоны отдыха, где водители и гости края смогут сделать остановку и перекусить. Правда, реализация этого проекта начнется уже после сдачи моста в эксплуатацию в 2017 году. Елена Заздравных, Сергей Балуев, новости.